эротично в танце меня ведет. Так себе, буду танцы так себе. Ма, ты? Как ты можешь помогать ей? Глин, подумай, Глине беда. Глин? Кто такой Глин? Значит, ты говоришь мне, что обнаружил редкие, особенные магические силы, и ты никому не рассказал? Почему? Потому что это требует нормального взаимодействия с другими драконами, и я просто сомневаюсь, что смогу это выдержать. Итак, не видел ли кто сегодня в лесу ледяного дракона? У них холодная белая или голубоватая чешуя и много длинных шипов. Ваше Величество, мне кажется, такой дракон сидит прямо у меня за спиной. Это наш гость, принц Холод. Видели вы сегодня кого-нибудь похожего на него? Замолчите.